Светлана Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Моя фамилия Кулешов Алексей Викторович. Я житель района, по которому вы сейчас являетесь депутатом. Вот здесь на улице Артиллерийской, за которую вы отчитались, что вы контролируете, сейчас собралось 40 человек. Вы можете приехать сюда и сейчас людям объяснить, каким образом вы тут и что контролируете? И снять все наболевшие вопросы. Я не очень поняла, во-первых, почему вы выступаете от имени людей. Во-вторых, я туда уже приезжала. Когда? Не послушайте. Мы вас не видим, вы решили. Светлана Викторовна, вы на громкой, и люди слышат то, что вы говорите. Я выступаю. Мы вас за 12 лет ни разу здесь не видели. Приедьте, пожалуйста, сюда, не бойтесь людей. Я житель этого района, я председатель комитета народного контроля. Я хочу вас здесь видеть, и все люди эту позицию поддерживают. Приедьте сюда. По-человечески сделать подъезд. Вот как они... Ага, людей так. Вот люди собрались сейчас. Собрались сейчас. Наболевшая. Я сейчас нахожусь совершенно... Ничего, мы подождем. Мы здесь правительство, правильно? Мы народ. Хотим из берега, хотим и нет. Пошли, не все надо. Вы приедьте сейчас, потому что завтра будет поздно. Потому что то, что вы обещали и объясняли. Ну, можете ей сказать, что да хотите. Да мы уже сказали, что вы хотя бы ради приличия посещали своих жителей и наболевшие вопросы решали с нами. А вы за 12 лет ни разу не появились здесь. В газете вы написали всю неправду. Мы вас здесь и не видели. Здесь на голую землю асфальт положили, а вы отчитались тут так красиво и хорошо. Спасибо, Светлана Викторовна. Спасибо большое. У нас мы здесь будем еще целый час. Целый час. Если сочтете необходимым уважить людей, приезжайте. Мы вас очень ждем.